Здравствуйте, дорогие друзья. Фильм будет немножко длинным, отчасти для кого-то может и нудным, поэтому кому не нравится, кто пришел просто так, пусть идет дальше. Значит, приношу свои извинения за то, что долго не было фильмов. В принципе, это фильмов у меня на канале достаточно. Главное, чтобы они приносили вам пользу. Но вышло так, что у меня Андрей из Москвы заказал 3 подлеска разной длины. И я выложил фотографию, получил очень много, более 30 писем, в том числе большинство из-за границы, о том, чтобы я показал, как, что. Фильм я им старый скинул, немножко не устраивает. Все равно у людей есть небольшая непонятка. Поэтому я решил сделать более подробный фильм. Несмотря на то, что я в книге во второй подробно и нарисовал схемы и разные виды подлесков для разных видов рыбалки. Ну, раз такое дело, значит, давайте начнем, как говорится, почти заново. Подлесок, понятное дело, в нашем деле играет немаловажную роль. Помогает хорошо развернуться шнуру правильно вместе с поводком нашим и сделать правильную презентацию нашей приманки. Или же быстро и хорошо доставить на нужную глубину нимфу или стример. Давайте коснемся самого плетения. Как плести, я уже показывал, рассказывал. В фильме подробно это все уже вроде бы обсмоктано. Значит, ну давайте я возьму тут любой, какой здесь у меня тут длиннее. Значит, я думаю, будет видно. Вот у меня получается так, что петелька. Петелька не склеенная, а петелька провязанная. И потом уже, в зависимости от того, какой у вас выходит свободный шнур, вы подбираете себе необходимую толщину. Я беру несколько больше, но насколько несколько. Если у меня, допустим, около 2 мм, значит, я тогда беру порядка 2,2, даже 2,5. Что мне это дает? Значит, вот смотрите. Это вот у меня более чем 1,5 метра сплетенный. Сейчас мы его распутаем так, чтобы можно было вам увидеть разницу. Он весь конусный, то есть нигде никаких ни ступенек, ни переходов. Ничего нет. И идет, и на самую тонкую. Здесь привязано колечко. Колечко специальное, не металлическое. Колечко от Романа Мозера. Для чего и как, это вы уже посмотрите сами. Я не могу пересказывать книгу. И, то есть, спонсоры мне задницу намылят. Значит, выбрали, какой толщины мы должны свой подлесок делать. Но в некоторых случаях я его делаю несколько толще, гораздо толще даже. Вот, допустим, если вы сможете обратить, камера, я думаю, передаст, проблем никаких не должно быть по толщине. Вот видно. Почти даже наполовину. Если этот порядка 2 мм, то это 3 мм. Для чего я это делаю? Так как у меня короткий, вот такой буквально, он тоже конусный, тоже без всяких ступенечек, и тоже в завершении, это почти метр, вот его длина. Для чего это нужно? Значит, я лично это делаю под себя и под тех друзей, которые, в принципе-то, заказчики, понимают, о чем идет речь. Если я беру, допустим, нимфу или там стример, то мне необходимо, чтобы как можно быстрее
моя петля выровнялся шнур, и петля развернулась. Так вот, при вот такой тяжелой этой части мы как бы еще дополнительно делаем утяжеление при развороте нашего шнура. И за счет этого приманка разворачивается очень хорошо, ложится на воду так, как нам нужно. Вот этим шнуром можно не только стримерами пользоваться, но и всевозможными мушками, в том числе и нимфами. Почему я делаю, допустим, разную вот такую длину? Иногда, допустим, при ловле рыбы на больших глубинах, шнур, а тем более, если он у нас плавающий, а в большинстве плавающий, ну, я имею тонущий, разные у меня шнуры, но не в этом вопрос. Если у людей находится только один какой-либо шнур, то с помощью вот таких подлесков мы компенсируем недостатки нашего шнура. А именно, вот этот шнур, который имеет длину более 2 метров или около 2, я точно сейчас уже не помню, или 1,95 м или 2,03 м, ну давайте 2 метра, вот здесь при плетении этого подлеска была добавлена 85% леска вторкарбон. Ну, естественно, она сразу будет идти под поверхностной пленкой. При 30-40 или там час пройдет, шнур, леска впитывает воду в достаточном количестве, и шнур медленно тонет. Имея вот такую вот длину и, допустим, поводок около метра, то есть на глубине 3 метра мы можем плавающим нашим шнуром ловить без всяких проблем, не утяжеляя подлесок. Хотя есть мастики всевозможные, можно спокойно и утяжелить его. Теперь, что касается, допустим, вот средней длины, этот 1,5-метровый, он универсальный. Большинство, допустим, предпочитают короткие, длинные. Вот этот годится, как вы видите, его толщина подходит четко под шнур свободный, который у нас есть, около 2 мм. Этим шнуром можно забрасывать любую мушку, какая вам только, как говорится, нужна. Хоть сухую, хоть мокрую. Разворачивается шнур очень хорошо. То есть проблем не будет. Ну и также, имея, допустим, глубину до 2 метров, вы спокойно можете ловить и этим, используя этот подлесок. То есть я подлесками компенсирую то неудобство шнура, которое есть. Теперь я пока здесь еще все не разложил, и мы не перешли с вами конкретно к схемам и к плетению вот подлеска. Здесь у меня находятся вот такие вольфрамовые поводки. Они есть и с застежкой, и есть с круткой, как обычно мы используем на рыбалках. Значит, это отожженный вольфрам. Из него я изготавливаю вот такие поводки для ловли хищника. То есть это тоже имеет дополнительный вес. И за счет этого мы можем шнур свой, приманку, доставить на другую глубину. Теперь, что касается определенных вопросов. Вот я уже показывал вам. Как вы видите, вот у меня имеется мой рабочий, вот такой, видите, сразу сплетенный шнур, который идет, как положено, сразу с поводком. И здесь же у меня вот начинается моя голова. Утолщение более конкретное, как вы можете увидеть. Вот. Дальше идет, как обыкновенный, шнур ВФ-ка. Его длина где-то порядка 15 метров. Мне вполне достаточно, это вот у меня сменные мои катушки вот такие, со шнурами всевозможными.
и я ловлю хищника. Друзья мои, вот таких шнуров я сделал более десятка. Из них три находятся в Украине, а остальные Япония, Америка, один в России, и Черногория, Словения, даже в Австралии имеется. Поэтому за вот более чем 12 лет никаких проблем вот с этим шнуром нет. А теперь возьмите, посчитайте. Да, трудно. Конечно, я потратил на, вот, на изготовление вот такого, допустим, шнура, уходит почти месяц. Сложно, конечно, как многие начинают говорить, а какая же будет цена. Я, вот давайте так, по средней, сколько вот в день вы должны заработать? Вот и берите, считайте, сколько в среднем зарабатывает. Я не беру уже мастерство, я не беру уже, допустим, то, что, будем говорить так, вы имеете индивидуальный вот такой плетеный подлесок, который, подлески я раньше начал еще плести. За 15 лет у меня имеются мои подлески, я ни один еще не поменял и не убил. Настолько качественные изделия. Многие меня критикуют за то, что можно гораздо быстрее с помощью дрели сделать крученый или же связать 4 отрезка разной лески. Но как только вот человек берет в руки уже вот это изделие, он уже забывает даже о магазинных, те, которые связаны чулком. Этот плетется, каждое звено отдельно проплетается, так как вот в макраме. Я показывал и рассказывал. Нет никаких ступенек, нет ничего, то есть идет ровненько, красиво, не лохматится. Мусор не собирает, выдраивать, вымывать, вот спокойно его взяли, образно говоря, мылом хозяйственным промыли, ополоснули, дали просохнуть, ну, чтобы не вот в таком скомканном виде. И он дальше у вас будет служить, служить долго и нудно. Проблем никаких не возникает. А теперь вот возьмите, посчитайте, сколько вы поменяете вот подлесков, всевозможных. Многие будут говорить, это расходный материал, но я ради интереса залез. До $10 стоит более-менее качественный подлесок. У меня же получается, я точно так же беру вот по моей работе, у меня 10 евро 1 метр. Вот берите и считайте, сколько уйдет у вас времени. С моей работоспособностью и усидчивостью, а работаю я порядка 18-20 часов в сутках, то вот такого типа двухметровый или полтораметровый уходит 40 часов. Вот и считайте, это целая неделя ваша рабочая, вы на нее потратите. Понятное дело, при определенной сноровке можно несколько больше, но я никуда не тороплюсь. Я работаю для наслаждения, удовлетворения своим увлечением. Значит, за шнур этот я сказал. Сейчас поступил у меня заказ. Я точно так же вот сейчас покажу плиту шнур ДТ. Он везде 2 миллиметра, начиная от петли. Специально давайте мы, я потом буду рассказывать, и вот, начиная от петельки, и вот я, как говорится, есть немножко свободного времени, начинаю это плести. Нет, я откладываю в сторону, ну, понятное дело, здесь необходимо помнить, какое звено или какая секция катушек у вас перемещается вперед, а какая назад. Потому что вот таких ровных звеньев не будет получаться. Будет идти небольшой брачок. Ну, это не страшно, как говорится, он на рыбалку не влияет. Но чисто эстетически.
Я использую свои приспособления. Скажу откровенно, я рассказывал. Это вот принцип плетения на гайке. Макраме. Кому, допустим, какие-то вопросы будут непонятны, друзья мои, я оставляю почту и отвечаю практически сразу на все ваши вопросы, как только приходит письмо. Почему я стал оставлять почту? Потому что большинство ваших сообщений, вот в колокольчике, даже если вы подписаны, я не вижу. Обратили внимание, у меня ровно 4 катушечки. В каждой катушечке находится 8 лесок. Вот их 32 штуки. 32 штуки мне дали порядка 2 мм диаметр. Ну, это давайте мы теперь убираем. Задавали вопросы по поводу поплавков. Как вот начинающему, потому что на нимфы крайне сложно увидеть поклевку. Поэтому я точно так же, как и вы, друзья мои, я пользуюсь вот такими поплавками. Нет вот таких поплавков. Используйте поплавок для зимней рыбалки. Маленький он, удобный, не парусит и достаточно хорошо себя зарекомендовал. Можно кисточку из полипропилена сделать. Как вам будет удобно. Ну вот, в принципе, это все понятно. Теперь, как я вплетаю петлю. Ребят, я уже рассказывал, столько рассказывал, показывал, в фильме показал. Вот я беру определенное количество. Давайте теперь так. У меня здесь находится две одинаковые, ну я форму немножко изменил. Отличается одна от другой, вот только лишь вот этим пропилом. Вот он. Прорезь идет у меня до центра. Для чего это нужно? Когда я беру свои лески, мне нужно продеть часть лески, а именно половина, вот я беру ровно половина, 4 бобины у меня, катушечки внизу, 4 вверху. Разложил я их, как мне нужно. Эти у меня катушечки вот прижаты, так как вот на этой приспособе. И верхними я начинаю вести плетение. Как, чтобы не ошибиться. Вот у меня моя, вот такая рабочая, через нее уже прошло очень много. У меня здесь вот была нарисована стрелка, она уже слезла. Здесь я ориентируюсь вот на единицу, здесь у меня двойка. И щель, прорезь у меня здесь. Я завел. У меня 4 мои катушки с леской здесь, 4 вверху. Я их положил, разложил и начинаю. Начинаю я вот с первой, с единицы. Беру, перекидываю вот сюда. Этот я перекидываю сюда. Теперь здесь я беру с этой части, перекидываю сюда, с этой сюда. И вот точно так же мы все время должны. Раз, два, раз, два. Не меняя. У меня были случаи, как говорится, забежала любимая моя собачка, пока меня тут лизала, гладила, толкала, сбила мне грузики. Мне пришлось здесь восстанавливать. Немножко ошибся. Ну, не страшно, оно не будет у вас узлами. Ну, чуть-чуть будет немножечко, если так уже присматриваться, то будет у вас это заметно. Для рыбалки абсолютно никак не влияет. Я проплетаю, и проплетаю я, вот как вы видите, здесь у меня длина петельки, ну, будем говорить так, образно, где-то порядка 4 сантиметров. Почему 4? Вот у меня толщина его тоже около 2 сантиметров. Мне необходимо, вот я когда проплел вот этими катушечками 4 сантиметра, 5 сантиметров, не страшно. Я проплел. После этого, почему здесь щель? Я беру потом уже через эту щель и вот так вытаскиваю свой шнур. Вытащил я его сюда. Убираю. Вот у меня здесь болтается катушки,
Здесь в руке катушка, а здесь у меня сплетена уже петелька. Я беру, переламываю мою петельку и уже вот в эту без прорези вставляю в отверстие. Вот у меня появился кончик. Друзья, ну нет у вас вот, допустим, для там вязания, как у меня, разных зажимчиков, перодержателей. Возьмите карцанг. Вот им он, допустим, не сильно зажимает. Взяли его, подсоединили сюда и оставили. А потом уже все катушки мы начинаем раскладывать по парам. И следим так, чтобы у нас вот то место, с которого мы начнем вот с вами плести. Вот оно. Видите? Здесь никаких вот проблем абсолютно нет. Красиво, ровненько. Подбираете, подтягиваете, как вам нужно. И главное, чтобы вы попали вот на эти плетенные ваши звенья. Четко, чтобы это была середочка. Ни влево, ни выше, ни ниже. И обязательно уже к этой петельке вы должны прицепить груз. Ну, у меня здесь разные наборы ключей там. Я беру просто, вот у меня имеется, сейчас хотел быстро, ага. Вот у меня имеется вот такой перодержатель. Я просто сюда добавляю под себя. Вот опять же, вы по тому, как у вас здесь, я ж не знаю, сколько вы намотаете здесь катушек. Может, вы вообще их там 5 или 6 намотаете. И исходя из этого, по весу, вы уже делаете противовес натяжку самого плетеного шнура. После этого, когда вы перекидываете, и вы переходите к своей схеме. Вот теперь я убираю абсолютно все. И будем теперь разбирать вот на этом таком листочке, как нам подобрать. Если мы хотим с вами, допустим, я в книге очень подробно описал, есть чешский метод, ну кто его как называет, польский, чешский, катящаяся нимфа, или, допустим, там на коротком поводке вы захотите, на длинном поводке вы захотите. В зависимости от условий вашей рыбалки, вы себе и должны сплести подлесок. Давайте я образно расскажу приблизительно. Ну вот, как я нахожусь в городе Харькове, у меня только лишь один единственный водоем. Это Змеевская ГРЭС, где 4,5 метра глубина. В основном еще есть Камплица. Это Змеев, Зитьки. Там карьер был песчаный. Вот там тоже 4,5 метра. В основном до 2 метров, ну 2,5 метра идет рыбалка. Или же, если вы на сухие, то абсолютно на поверхности. Давайте будем рассматривать, чтобы мы с вами изготовили вот такой для себя средний, более-менее универсальный, и для какой длины нам взять. Вот мы должны рыбачить на приблизительно 2 метра, 2,5, чтобы нам хватало. Сколько мы будем брать? Вот я, допустим, бы под себя, я бы уже делал 1,20 м, 1,50 м. Но давайте остановимся на 1,50 м. Что мы будем? Вот у нас здесь наше колечко, и у нас должен идти конус от нашего колечка. Ну, я не художник, так что вы уж извините. Вот, мы берем 1,5 метра. Подбираем для себя, вот, у каждого есть свой шнур. Допустим, пятерка имеет одну толщину, шестерка другой, у двуручников третий. В среднем я вот беру где-то 2 миллиметра. 2 миллиметра.
Я вот беру, чтобы у меня здесь эта часть была, или 2,5. Давайте 2,5. Теперь мы выбрали 1,5 метра. Мы с вами знаем, что нам нужно здесь иметь толщину 2,5. И как я, допустим, разбиваю? Я разбиваю на 4 части. Вот приблизительно вот так, вот так. И эта часть несколько длиннее у меня, чуть-чуть длиннее. Что у меня получается? Если 4 части по 30 сантиметров, это 1,20 м. Значит, я беру по 35 сантиметров. Вот, 35, 35 и 35. У меня получается 1,05 м, да? И эта часть у меня выйдет 45 сантиметров. У меня все вот эти схемы, все написано, расписано, есть в книжке. Теперь переходим к самому основному. Ну, вот давайте мы теперь с вами все выбрали, все решили. И у нас возникает вопрос, как же нам подобрать леску? Друзья мои, 95% ошибаются в том, что когда складывают одну леску и одну леску, и уже считают, что у них как два диаметра. Это неправильно. Это школьная программа. Я не хочу никого ни обижать, ни оскорблять. Давайте мы теперь рассмотрим. Я буду брать леску 1 мм. Вот мы взяли леску 1 мм. Так? Что у нас получается? Ой, 1 мм. 0,1. Господи. Заговорился уже. 0,1. Вот у нас диаметр 0,1. Можно 0,12, 0,14. Ну, 0,16 уже, конечно, многовато. 0,8. Чем меньше леска, чем тоньше леска, тем более так эстетично выходит наш подлесок. Хотя я и 0,14, и 0,16 вязал. Вот мы берем, добавляем еще одну. Но никак не получается у нас. Нужно ровно 4 лески для того, чтобы у нас вот диаметр стал 0,2. А теперь давайте считать. Вот нам нужно 2,5 миллиметра. Сколько нам нужно? Во сколько увеличить? В 10 раз. Правильно? Значит, у нас приблизительно в 10. Вот мы берем здесь, значит, умножаем, нам нужно в 10 раз, и у нас получается уже не 4 лески, а у нас, если в 10 раз больше, у нас будет 40. Если 2,5, ну это получается 0,5 миллиметра, 0,2, ну пусть будет 50, порядка 50 лесок. Вот когда 50 лесок принимает участие диаметром 0,1 мм, то наш шнур выйдет 2,5 мм в диаметре. Плюс-минус, друзья, трамвайная остановка. Это уже, опять же, все зависит от вашей плотности вязки. И, опять же, допустим, как вот вы будете контролировать звенья. Теперь мы с вами вот решили... Вроде бы, как говорится, 50, ну, на 4 бобины, на 8 как-то это не очень. Вот давайте так, мы должны с вами разбить это все. Почему? Разбить на равное количество. Если мы берем с вами, мы должны начать петельку вязать с половины. А с половины... Это получается вот 25 штук. Потом, когда мы перевернем и начнем вязать, как я и говорил, уже весь шнур, у нас начнут работать все 50 лесок. Здесь получается ситуация такая. Вот мы взяли, чтобы на одной, вернее, 25 лесок и 4 катушки. Значит, получается так, что нам надо, чтобы на 4 катушки... Нам нужно с вами, или же, чтобы было 6, вот 6 у 4, это,
24. Вот. 24 штуки. Значит, здесь будет у нас 48. Вот мы остановились. Посчитали с вами, что у нас должно быть 24 лески. Теперь мы берем. Берем просто вот обыкновенную леску, ту, которая вот у нас продается в магазинах. И у меня получается 1.5 метра. 3 метра мало, потому что мы будем провязывать. Где-то порядка 5 метров. 5-6 метров. Вот я беру все куски. Можно брать, допустим, как я уже я нарисую здесь. Вот нам необходимо взять лески 6 метров. Но вот у нас центр. Мы провязываем 35 сантиметров. Значит, нам надо иметь 1 метр одной длины. Потом мы делаем еще один сброс. Мы имеем другой длины лески, набор лесок. Потом мы делаем третий сброс, у нас уже получается третий набор лесок. И самый последний вот наш длинный, это вот 6-метровый набор лесок. А теперь смотрите, вот у меня получается приблизительно здесь метр мне одной надо набрать лески. Потом я беру второй, потом я беру более длинный и опять беру длинный. Делю вот здесь их пополам. И все это пытаюсь намотать на катушку. Скажу сразу, головняк конкретный. Поэтому я пошел по тому пути, что я беру все 6-метровые. Это вы уже экспериментально под себя, друзья мои, выберите. Или 2,50, или 2,25. Как под плотности вашей вязки. И как, допустим, леска будет вести. Я беру 6 метров. И беру, ну, разбиваю пополам. Беру одну катушку пустую и вторую пустую. И сматывая их до вот этого момента, смотал. Здесь у меня 6 лесок. Вот 6 лесок. Диаметром 0,1 миллиметр. Все, сложил я их, отложил. Это у меня одна. Итак, мне нужно 4 штуки. Вот помечаем, 4 штуки по 6 лесок. С одной стороны, и я беру, сейчас я, ага, убрал я, по-моему, сейчас я попробую найти, друзья мои. Вот, да. И запасаюсь вот такими резиночками. Для чего? Ну, как вы понимаете, при вот вязании, чтобы у меня не распускались для, на разную длину, а не на необходимую длину, я их, эти лески, в катушке потом поджимаю. Мне, допустим, если неудобно, нет катушек. Вот у меня остатки картона, я просто беру тупо вот так, отрезал, разрезал и делаю себе приблизительно вот такие челночки. С одной стороны чуть длиннее, с этой чуть короче. Почему? Вот чтобы сюда у меня заходила леска и зажималась. Точно так же с этой стороны и также ее слегка под такую. И леска у меня здесь наматывается. Вот я беру один и второй вот такой. И намотал, намотал, намотал и дошел вот до этого момента, где у меня середина. У меня вот таких по 6 лесок должно быть 4 вот таких набора. Для того, чтобы они имели какой-то вес и не болтались, я просто беру потом, имеются у меня вот такие катушки, для удобства я ее, его вот так вот вставил и у меня... Моя катушка имеет вес. Крайне важно для того, чтобы вам было удобно перекидывать
леску. Леска должна все, вот представьте, здесь у нас 6 лесок, а потом у нас будет в одном плече 12, а всего 48, то нам желательно, чтобы мы могли потом не путаться, а были ровные у нас переходы. Поэтому леску наматывать необходимо в выровненную, хорошо, чтобы не было бугров, одна короче, одна длиннее. Все, мы с вами вот подготовили. Есть у нас эти 4 вот такие набора. После этого, как я уже вам показывал, мы берем продели, здесь разложили каждый, а эти 4 я зажимаю, чтобы они у меня не перекручивались. Все. Дальше мы пошли плести так, как нам нужно и что мы хотим. Что я делаю? Дальше. Вот я, допустим, плету. Сейчас упал гаденыш куда-то уже. Вот оно. Вот я, допустим, плету свои 35 сантиметров. Но я, как вы видите, у меня нет здесь ступенек. Что я делаю? Вот на 25 сантиметрах я начинаю вот 25, и у меня остается, ну или 20 сантиметров, свяжите, перекидывая, не убавляя ни одной лески. То есть у нас, вот эта часть будет у нас ровная. Здесь, после этого, я начинаю посчитать нужно, чтобы в завершении вот этого шнура здесь было у нас 4 лески. Вот и мы берем теперь. Раз у нас 6. Сколько мы будем делать убавлений? Раз, два, три. Правильно? Раз, два, три. 6. Но мы-то если будем убирать по 2 лески, то выйдет так, что здесь у нас 0. Поэтому я экспериментально убираю на расстоянии 20 сантиметров, вот здесь 20 сантиметров, откусываю сперва по одной леске, просто беру, отрезал или ножницами, или бокорезами, вот так, чтобы у меня первое шло сужение, начиналось сужение с 20 сантиметров, с 20 сантиметров, и до 35 сантиметров я уберу приблизительно, ну вот, по 2 лески я уберу, или уберу, образно говоря, там не по 2, а уберу с одной стороны 2, а с другой 1, и оставлю их, буду плести дальше. То есть ровно одна леска не повлияет, но визуально и потом на уменьшение диаметра, чтобы не было вот этих ступенек, как раз оно все будет идти хорошо. И после этого, вот он опять, мы провязали с вами 35 сантиметров, проходит у нас, опять добавили к 35, промерили, будет 55, и начинаем опять убавлять. Вот я убавил опять. Дальше. Дошли мы с вами до третьего убавления. Это вот как раз, где у нас должно уже оставаться 3 лески. Но я убавление начинаю делать не на 20, а вот чтобы вот у меня как бы вот этот вот хвостик был несколько более тоньше и более такой сплавнейшим переходом. И беру... убираю по одной лесочке, убираю. Убрал. Вышел я на свои 4 лески. Вот у меня здесь вот приблизительно я даже пальцами чувствую. Вот как вы видите. Ну, я думаю, здесь будет 30 сантиметров. Вот. И получается, я отсюда начинаю плести уже долго, нудно, потому что не так быстро движется, как мы плели здесь толстую часть. После этого я, как дошел до необходимой длины, беру колечко, продеваю леску через колечко,
Ну и потом с помощью клея. Клей я уже неоднократно показывал. Клей Акфикс 705 гелевый. И проматываю флюоресцентной оранжевой ниткой. Нет оранжевой. Любую, какую хотите. Просто я для себя уже, как говорится, для своих рыбалок, я знаю, как только у меня появился кончик моего подлеска, я знаю, что у меня там поводка через 70 сантиметров должна вылезти, выстрелить моя или нимфа, или, допустим, там стример. Все очень просто. Дальше уже дело техники. Какие еще могут быть здесь сложности? Практически никаких. Можно, конечно, начинать вязать и не брать вот то количество, а брать меньшее количество. И после того я разными вариантами плел и начинал от тонкого конца, доходил до толстого. Ну, скажу откровенно, мне не нравится, когда петелька, потом начинаешь здесь провязывать, завязывать. Но роли здесь не играет. Еще можно экспериментировать, конечно. Допустим, вы возьмете не 6, а захотите гораздо тоньше себе сплести петельку, а возьмете 3 лески. Как же тогда быть здесь, когда мы перекинем? Их будет мало. Поэтому я, когда вот уже начинаю плести сам шнур, иногда, допустим, вижу, что, ну, чуть-чуть сам там прогадал, или, допустим, нужно сделать толще, я просто беру и потом вот так сверху, крест-накрест, опять же на катушках, добавляю необходимое количество лесок. И переплетая уже с тем шнуром, который мы уже звенья проплели, мы добавляем сразу то количество лески, которое нам необходимо. Скажу откровенно, даже близко вы не заметите, где и как вы это добавили. Главное, чтобы, ну, не было вот сразу этого шарика, можно уступами делать. Добавили одну, добавили, допустим, там не 6 лесок, а добавили 2 здесь, 2 здесь. Потом опять 2 добавили, 2 добавили. Ну, понятное дело, что куча катушек, оно не нужно. Можно сразу. Будет небольшое вот здесь вот такое вот утолщение, которое на скорость ветра не влияет, и на рыбалку тоже. Что еще здесь? Вроде бы рассказал все. Считайте так, чтобы для вас было удобно откусывать и делить. Ну, вот, допустим, я под 6 и выше класс, я брал не 6 лесок, а брал 9. И у меня выходил диаметр моего подлеска уже 2,5, 2,8 до, там, образно говоря, 3 миллиметров. Тогда более удобно откусывать. Я уже тогда не переживал. На 9 лесках можно спокойно попарно убирать, и выходим как раз на наше количество. Поэтому вы для себя выработайте свой алгоритм, как вам будет удобно это все плести. Мне лично, вот, как вы видите, удобно так. Вроде бы все рассказал. Если будут какие-либо у вас вопросы, потому что вот со Словении мне написали, чтобы я выложил схему. Ну, как я могу выложить схему, если вот я придерживаюсь вот определенного вот такого своего алгоритма плетения подлеска. Если что-то непонятно, друзья, пишите, или же обратитесь, очень много есть книжек макраме, там практически, ну, расписано, как хотите, можете плести. Кстати, о птичках
Как вы видите, вот у меня здесь имеется очень много прорезей. Я и 6 брал, и 8 брал, и брал, пробовал 12, пробовал по кругу плести. Ну, вы поняли, что с перехлёстом через одну. И она тогда получается, именно кобра получается круглая. Здесь же корабельные звенья, корабельные цепи, один к одному, вот звенья, как вы будете просматривать через микроскоп, или так, как я в книге выложил более хорошие, качественные фотографии, там видно, что идут хорошие вот такие звенья. Можно изощряться, изгаляться, как вам будет удобно, но честно скажу, когда вы просидите 5 дней за плетением вот такого подлеска, ну, не захотится вам, не захочется вам потом решать все вот эти вот кобры и все остальное. Это я вначале игрался, но потом, когда уже начал уставать от этого, простите, конечно, Харьков у нас все-таки жаркий город. В этом году, как никогда, 37 градусов по плюсу, почти месяц целый держался. Но сидеть, когда хозяйство к стулке прилипает, и плести этот подлесок, ну, не очень хочется. Поэтому, вроде бы, все я вам рассказал. Если какие вопросы непонятные, пожалуйста, пишите мне. И я постараюсь или дополнить вам как-то фотографиями. Но честно скажу, что в книжке я рассказал уже все. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!